ее предупреждал. Хватит с меня ее выходок. Ну хватит уже. Эй! Ты сейчас мою дочку обслюнявил? Нет! Нет! На выход! Отпусти меня сейчас же! Так-то лучше будет. Я тебя ненавижу! Тебе это понятно? Ну хватит, успокойся! Воу-воу-воу! Серьезно? Он нас так угробит! Я вообще-то с семьей ехал, а ты нас подрезал. Да, началось. Просто извинись. Папа, только все, подойди перестань. Еще раз к моей семье, урод! Стой, ты что, ты совсем охренел? Осторожно! Я не слышу! Уже прошел целый год, как она молчит. У нее травма. Учите язык жестов. Привет, слышь, здесь гемор на участке. Ага, и какой? Тут снос будет. Пришлю все координаты. Здрасте, могу помочь? Я слыхал, если нужен быстрый демонтаж, то это к вам, мистер Бреннан. У меня клиент один и быстрый заказик. Что-то копать, значит, надо? Ну как, идет? Ладно, все на сегодня. Господи! Может, позвонить копам? А ну стоять! Ключи, телефон и бумажник на стол! Нам нужно то, что закопано во дворе. Нафига они нам? Мне их завалить прямо сейчас? А все, тварь, из-за тебя! Помогите! Кто-нибудь! Что за разговоры про полицию? Все, молчу! Ты сейчас будешь ее мозги с себя соскребать! Что это за вонь? Тебе лучше не знать.